Спортивный костюм и награды Всемирной универсиады. Кировский лыжник Владислав Скобелев со своим тренером Алексеем Усковым сегодня принимали поздравления от губернатора области. Здесь все хорошо. Конечно. Все прошло удачно. Все понравилось. Только чуть организация не там. Чуть так, не очень. Владиславу еще накануне жал руку президент страны, но в родной области он получил, пожалуй, долгожданный подарок. Воспитанник детского дома слишком долго кочевал по чужим углам. Однокомнатную квартиру на Володарского, 132, корпус 1, это его дом. Площадь квартиры больше 45 метров. Хорошая, конечно, квартира. Оформление, я думаю, Степан Владиславович удалось у нас. Ну что, Владислав Александрович, по рукам наша квартира с вас прибыла. Хорошо. Договорились? Квартира обещана, но дом пока строится, его сдадут в марте. Кроме этого, были и другие подарки, но которые лыжник получил здесь и сейчас. С Владиславом Скобелевым заключен первый в истории области договор, по которому он становится спортсменом-инструктором с заработной платой и бонусами за победы на соревнованиях. Если в случае Влада он будет получать там порядка 30 тысяч рублей, то некоторые спортсмены, которые пока еще не достигли таких результатов, у них, может быть, будет 5, может быть, у кого-то пока и 3 600. Сейчас Владислав еще пока на действующем контракте с Ханты-Мансийским автономным округом, который у него заканчивается в мае этого года. Глава региона выразил надежду, что спортсмен не будет продлевать отношения с Югрой. Тем более, что сейчас в Кировской области лыжные гонки признаны приоритетным спортом и ведется объемная работа по созданию всех необходимых условий для его развития. Эдуард Пенюк-Жанин, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давич.